Городская дума городского округа Кинешмы решила присвоить звание лауреат премии имени Александра Николаевича Островского преподавателю Кинешенского медицинского колледжа, члену Союза писателей России за значительный вклад в литературное наследие города Кинешмы и активную просветительскую краеведческую работу Кютниковой Натальи Манюиловне. Я всегда старалась отразить жизнь наших земляков. И дореволюционное, и в советское время, и в трудные 90-е годы, и сегодня в моих рассказах, повестях вы можете встретить наших земляков. Они все, так сказать, построены на реальных людях, рассказы о них. Мне хотелось также создать образовательный проект литературный. Я постаралась сделать для детей Ивановы сказки, которые рассказывают не только о кинешемских традициях, но и о традициях всей Ивановской области. Ну и, конечно, особенно приятно получить эту награду вот в такие дни, в которые сейчас наша страна, в общем-то, тяжелые для нас дни, мужественные дни. И особенно приятно, что в прошлом году у меня вышел такой актуальный роман «Наследство Каина», в котором я как раз рассказывала и о событиях, которые происходят в Украине. Я рассказывала с надеждой на то, что добро победит зло. Я и сейчас очень на это надеюсь, даже уверена в этом, что мы с вами, русские люди, в общем-то, россияне, если сказать шире, все перенесем мужественно и покажем всему миру, что значит быть русскими, что значит быть россиянами, что мы несем свет и добро в этот мир. Спасибо.